Посещая спектакли Брестского театра кукол, мало кто знает о тех, кто создает особую атмосферу на сцене. Этих людей непросто найти. Свою трудоемкую, но интересную работу они выполняют в отдельных кабинетах, где рулоны ткани и бутафория принадлежат настоящим мастерам. Здесь создают новые декорации или ремонтируют старые. Работы хватает. Это часть декораций, это украшение декораций. Честно говоря, я точно не помню просто как. Она поднимается, вот это листики, которые ее украшают. И просто в процессе где-то потерялись некоторые, и мы добавляем новые, делаем ремонт, обновляем, и поэтому надо поновее, почище, покрасивее, как-то не выгоревшие цвета. Ремонт декораций производится по мере надобности. Некоторые вещи необходимо восстанавливать каждый раз после спектакля, некоторые раз в год. Декораторов в Брестском театре кукол немного, но с объемом поставленных задач они справляются. В их команде только настоящие специалисты. При этом отмечают, что для профессионального роста и творческой реализации необходимо несколько качеств. Я вам честно скажу, что здесь очень важна пытливость ума, мне кажется. Потому что не всегда ты делаешь по накатанной одно и то же. Надо уметь очень резко включиться, очень быстро понимать, что от тебя требуется, понимать, что тебе надо, как быстрее этого достичь, потому что здесь, как обычно, как везде, надо еще вчера, поэтому мы учимся, уже научились, наверное, я думаю, что у нас это получается, раз мы здесь. После ремонта декорации отправляются на сцену, где становятся частью захватывающего спектакля. Постановка «Дюймовочка» по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена никого не может оставить равнодушным. Именно ее покажут зрителям на закрытии 57-го театрального сезона. Спектакль был выбран не случайно. Два волшебных персонажа поведают историю о девочке, которая, преодолевая жизненные трудности, смогла исполнить свою заветную мечту. Сегодня очень у нас мало каких-то жизненных таких, ориентиров, что ли. Вот. И думаю, что ребенок, взрослый, родитель задумается и сделает выводы определенные в плане, в общем-то, того, что мы должны иметь задачи, цели какие-то в жизни и верить в невозможное порой. Интересный факт. За время спектакля, а это 50 минут, «Дюймовочку» показывают в 6 разных вариациях. Действия на сцене быстро сменяют друг друга, что не дает зрителю возможность отвлечься, а уж тем более заскучать. Спектакль дает возможность взрослым вспомнить о важном, а детям научиться новому. Показ состоится 26 июля. Возможность приобрести билеты еще есть. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания МВУК-ТВ.